Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» – один из старейших и известнейших в Украине и Восточной Европе. Он был открыт в 1885 году как практический технологический институт. Первым директором политеха стал известный ученый Виктор Львович Кирпичев. Уже более века университет выполняет непростую миссию, объединяя образование, науку и производство. Именно благодаря харьковским политехникам был создан лучший танк Второй мировой Т-34, мощные турбоагрегаты атомных электростанций Украины и стран зарубежья, тракторный парк и многое другое. В ХПИ учились и работали всемирно известные ученые, лауреаты Нобелевской и государственных премий, академики. Сотни тысяч выпускников ХПИ внесли огромный вклад в развитие отечественной и мировой науки, техники, промышленности, культуры, политики, высшего образования. Сегодня НТУ ХПИ – мощный центр образования и науки. Его 22 факультета открыты для всех, кто стремится к фундаментальным знаниям и высоким достижениям. Здесь получают образование более 20 тысяч студентов по 96 специальностям. Специальность охраны труда я выбрала, потому что это интересная профессия, множество законов, множество различных правил, которые я должна знать. Пришел в ХПИ, потому что считаю, что для мужчины первое образование должно быть техническое. Харьковский политехнический в лидерах национальных и международных рейтингов. Студентов готовят специалисты высокой квалификации. Более 200 докторов наук, профессоров, около 1000 кандидатов наук, доцентов. В ХПИ можно окунуться в особую атмосферу образовательного и научного творчества. Университет постоянно развивается, расширяя возможности для учащихся. За последние 5 лет открыто более 10 новых специальностей. Была очень удивлена, когда узнала, что ХПИ объединяет в себе столько специальностей и направлений. Поэтому сейчас я будущий журналист. Студенты и преподаватели Харьковского политеха стажируются по международным программам обмена, посещают лучшие университеты и научные учреждения мира. Университет внедряет собственную систему трудоустройства, которая обеспечивает работой по специальности порядка 95% выпускников. Здесь куется отраслевая наука вместе с нашей кафедрой. Здесь проводятся лабораторные, здесь проходят практику студенты. ХПИ также поддерживает тесные связи с теми, кто покинул его стены. У меня связь с институтом не прерывалась никогда. Те разработки выдающихся наших ученых, а их очень много в нашем политехническом институте, мы внедряли на производстве. ХПИ – один из ведущих научных центров Украины. Здесь продолжают активно развиваться 40 всемирно известных научных школ. Гордость Харьковского политехнического – академики и член-корреспонденты Национальной академии Украины и отраслевых институтов. Их более 30. В университете также трудятся более 30 лауреатов государственных премий Украины и заслуженных деятелей науки и техники. Мы сейчас работаем над инновационным развитием экономики. То есть, чтобы непосредственно на производство, в производственную сферу, шли наши разработки научные. В научных лабораториях Харьковского политехнического студенты могут приобрести навыки ученых-исследователей. Ежегодно около 5000 учащихся привлекаются к участию в научных разработках. Университет обучает около 2000 студентов и аспирантов из 40 стран мира. Меня зовут Пауло да Силва Нето, учусь в ХПИ, нефтегазовая специальность. Я приехал из Анголы. Кемал Наурузов, я из Туркменистана, студент электроэнергетического факультета НТУ ХПИ.
Харьковский политехнический развернул широкую международную деятельность в академической, научной, экономической и культурной сферах. Университет сотрудничает с почти сотней высших учебных заведений и других организаций четырех десятков зарубежных стран. ХПИ активно участвует в международных программах, получает коллективные и индивидуальные гранты. Политех – один из участников Болонского процесса, член Европейской ассоциации университетов. Международные центры, основанные при университете, работают на открытие новых горизонтов перед студентами и учеными, расширение их мировоззрения. Nossa quianda improvisando bidilas entra nesse mambo. A HPI é o nosso controlo. Estudamos aqui quatro anos depois. Ou vamos voltar para nossa banda e seremos heróis. Yeah, HPI. В университете интересно не только учиться, но и проводить свободное время. Фестивали, выставки, презентации, праздники, соревнования. Всем этим дышит Харьковский политех. Ежегодно здесь проходят праздники и ритуалы, посвящения в студенты, разнообразные конкурсы, новогодние выпускные балы, парады магистров. ХПИ заботится о здоровом образе жизни своих студентов. Современный спорткомплекс предоставляет широкие возможности для занятий. Под руководством опытных преподавателей студенты посещают секции по 30 видам спорта. Я очень люблю спорт и, зная, что спортивный комплекс НТУ ХПИ считается лучшим в Украине, я с радостью и знал и выбирал именно этот вуз. Базой для тренировок является также спортивно-оздоровительный лагерь политеха, расположенный в уютном месте под Харьковом. Здесь можно не только накачать мышцы, но и отдохнуть. ХПИ удивляет и поражает. В его составе уникальные экспериментальные базы научно-исследовательских институтов «Молния» и «Ионосфера», самая современная в стране университетская библиотека, редчайшие кафедры. Удобное расположение в центре города, современная материально-техническая база, компьютерный парк, культурный центр, спортивно-оздоровительный комплекс – все это позволяет развивать интеллектуальные и творческие способности тех, кто хочет получить фундаментальное высшее образование.